Спикбэк. Две песни. Да, одну сыграем медленно, либо быстро. Вот и подходит к концу наш вечер. Немного жалко, что все в этом мире в конце концов подходит к концу. Вот, вот это хорошо, сердце. О, ностальгические ноты. Да, здесь, в Кремлевском дворце съездов, в центре Москвы, эти сыграны все лучшие концерты, концерты СССР, Макаревича, Мишины Валерии и так далее. Аллилуйя. Просто чувствую, как мы в духе перенеслись на Москву. Именно. Красная площадь. По Красной площади идет президент России Медведев. Идет дождь, но в плаще не греется, ветра и дождя. Тут подъезжает лимузин, там дождя. Выскакивает из лимузина, выскакивает Барак Обама. Часть из нового фильма, который мы снимаем в нашей виртуальной лаборатории. Хорошо. Мир. Будет полный мир. Америка соединится с Россией. Именно в объятиях именно. Все будет хорошо. Но мы, может быть, этого уже и не увидим. Уже мы поднимемся повыше этого всего. Итак, песни про Христа. Даже не про Христа, так это неправда звучит. Именно песни Христа. Христианские песни. Песни Иисуса Христа. Огонь. Ярче солнца горит разлитая кровь. Цена за любовь теперь есть чем платить.